Галия Эльдаровна, здравствуйте. Здравствуйте. Галия Эльдаровна, на улице коронавирус, но он не отменяет работу почтовых отделений. Естественно, ваши сотрудники, они в такой хорошей зоне риска, да, так скажем. Скажите, пожалуйста, какие меры защиты вы сегодня предпринимаете именно для них? У нас во всех отделениях почтовой связи, согласно рекомендациям Роспотребнадзора, чаще проводится влажная уборка и дезинфекция помещений. Также мы чаще проветриваем помещения, измеряем температуру наших сотрудников, контролируем их самочувствие. Применяются дезинфицирующие средства как для уборки помещений, так и для дезинфекции рук. А вот что касается масок, нет ли дефицита, нет ли проблем с приобретением? В ближайшее время Почта России закупит маски, и преждевременно они будут выданы в те регионы, которые сейчас находятся в зоне риска. А что касается ваших клиентов, ведь сегодня со всех экранов говорят, чтобы люди все-таки больше сидели дома. Но как только настает время оплаты за коммунальные услуги, на почте обязательно собирается очередь. Как сегодня налажена эта работа? Все посетители почты могут использовать онлайн-услуги. У нас как на официальном сайте Почты России, также есть мобильное приложение. Но если речь идет о оплате каких-то там коммунальных платежей, то любой человек может вызвать на дом почтальона, и он при помощи аппарата МПКТ может произвести оплату любых квитанций. Вот, и плавно перейдем к доставке на дом. Сейчас Почта России говорит о бесконтактной доставке до двери. Что это такое, как это можно использовать? На данный момент в Татарстане эта услуга не активна. Сейчас курьеры как раз проходят обучение, инструктаж, и с 8 апреля данная услуга начнет действовать. И, наверное, вопрос, который будет многих интересовать, эта услуга платная или бесплатная? Услуга будет платной, тарифы пока уточняются. Галия Эльдаровна, я благодарю вас за беседу. Спасибо вам. Йоз йохши хабарлар алып килә. Яңа Асыр каналында дөнья күргән Жылы эзлегәннәр фильмын кабат карарга телисезме? Күп санлы тамашачылар сорау буенча фильмның барлык серияләрен хәзер tnv.ru сайтында карарга була. Все новости дня, выпуски программы «Новости Татарстана», программы и фильмы на сайте tnv.ru и на YouTube-канале TNV. Подписывайтесь.